Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Аш из Галакрона, слушайте, забрал Аш из Галакрона, дал во второй дроп, забрал лассо и украл второй дроп. И это будет первый в истории второй дроп, полученный на первый вход. Качаем рыцарей, let's go. Хорошо, хорошо. Ну, я думаю, что пора чувакам вылетать. И сейчас мы 5 карт получим с обилкой котика, очевидно. Поздно рыцарей, не успел, да. Первый ход рыцарей не успел. Сейчас обилка была первая. Галакрон. Галакрона превратил первый дроп во второй. Пал, ну, типа, рыцарь забрал его и с обилки... сейчас... засранец. Забрал, короче, с... как называется... лассо, да? Зачарованного лассо. Случайно карта крадется, достоверно, я своровал именно... именно рыцаря. Рыцарь, давай. Две... подождите, что? Положите круг 20 карт. В полях легкие. А почему это такое сложное? Это чмошная хрень. Я могу его забрать, но не сложно. Тоже выполнять. Вот это штука пойдет легко. А, мурлока пиратов нет. Клемма есть. Оу. Лайк за плей умом, когда сходка в МСК. Да пока фиг его знает. И тоже на надо, не надо. Вот, и спасибо, спасибо, Крас. Еще рыцарь. Ща. Ну все, сейчас го фатится. Хоть, хоть. Типа все пары оставить. Никит, ходом там тебя будут заставлять показывать со мной, что... жесткий скилл, который могут посмотреть и здесь. Стал перерождением. Но вот это товарищем. Неплохо, да? Где головы лучше, не знаю, левел ролл можно сделать, посмотреть. Там какая-то четверка прокает. Эта четверка копируется с обилки, потом снова копируется. И мы, по идее, можем получить золотую четверку какую-то, но... смотри, что она прокнет. Я не знаю, что должно быть такого, чтобы я прям таки... да, вау, классно, это я точно забираю. Буря Таверни, да? Буря Таверни, которая копируется, потом золото собирается, или там Элиза какая-то. Окей, ладно, это может быть весело в любом случае. Па-па-па-па-па. Проходчик, проходчик мой. Эс, бестолочь. Там шанс на 1. Да, не то, что на 1, нормальный шанс. Можно было не вот эту штуку получить. То есть меня устраивала Лиза, меня устраивал чувак, который дает Рэндалл, меня устраивал. Кто еще меня устраивал? Ну, дубрака было окей, наверное, копировать. Может быть, бейс легкого веса было оки-доки. Молчазар, возможно, было оки-доки. Дракона, если копировался, тоже, возможно, можно было что-то придумать с этим.
Две гули завредила ошибка. О нет. Ну, золотые проходчики, по идее, да, можно, конечно, я понимаю, ребят, выполнять уничтожение существенно, я думаю, мы и так сможем их уничтожить. Вот где ты раньше был, тоже было бы неплохо получить. Кстати, пожирание на тебя. Блин, мне нравится. Я бы вот так вот сделал. Ру, редко запрос у собаку Индви, в этом вроде ни одного мата нет. Специально выбирал, а то помню прошлые. То есть русский рэп, но нормально, да, получается? Ну, хорошо, ладен. Так, сейчас по трекам. А, как у нас идет? Хеллон, был твой трек поставить? Потом монохром твой, ладен твой, да? Ту-т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 у. Всем-всем-всем, ребята. Наверное, пока подержу, будет это вернее. На следующем могу сделать левел, поставить его и попробовать туда джинни залутать. Шиповедь, может быть, окей. Дракон тоже классно. Любая пятерка, кстати, хороша. Или пятерка. Дракон классно подпилить в реальности. Я смогу очень много карт, по идее, крутить под драконом. У меня стенка будет расти просто нереально, как на дрожжах. Ё-мо, что такое? Нужен рерольчик, ребят. Прям сейчас рерольчика поймаем, будет здорово. Ведьма. Подождите, теперь я могу лучше сделать. Это сюрприз в металле. По идее. Окей, ладно, можно, наверное, лучше теперь. На Алла. Битбоксер. Не знаю, ракменталь, сюрприз менталь, призывательница, что за этого, да, бы меня устраивало прям очень. У меня кошмар. Ну да ладно, все мы кем. Сейчас трек, а, тебе подсказали уже, хорошо. Кашка скипнул, она же не особо нужна. У меня разбился. Разбился. Вот вам трек. Так, вот вам трек, Юрнифан, ничего себе, спасибо. А, Симодра, вся по лицу летит. Не нравится. Чат, нам нужен очень грязный ход, один какой-то жестко грязный ход. Кому трек? Ну я говорю, там за этот... Сейчас знаты идут, когда знаты заканчиваются, так идут за баллы. Окей, это ферст. Это перс, ребята. Па! Кстати, на рерол хочу больше, да?
Золочение карты. Надо было съесть там. Я больше не хочу. Можно броню разобрать. Про что была, не знаю. И еще. Пусть будет. Бран есть, бран тоже пойдет, устраивает. Бран это нормально, бран это хорошо. Так, металли 3, бухгалтерия. Окей. Пойдет, ребят, пойдет. Нормально, пойдет. Так, еще. Все, вижу, не фан. Слепом уже ставит трек. Значит, страшно, почти разыграет. Откуда Рок отходил? Рокометаль, откуда чат у нас упал? Я что же забыл? Ой, все баблы. Ой, подожди. Нормально, веща. Устраивает. Почему Лема 4 с бабл скипаешь, уже выгодно качать? Есть карты, которые намного лучше, намного выгоднее. Желательно не тратить деньги на говно. Одна буря сверни, я ставлю брана и подойди вот этого дела. Лиз забрать. А, Лиз вообще мой потанцевал. Тебя придется продавать, наверное, ничего страшного. Па-па-пам. Па-па-пам. Зачем мне сейчас можно было следующий ход поставить? Чтобы я уже сделал рерол один. Я начинал работать. Я все равно должен ролить только с ней на столе. Она, ну, как бы, это я фишка. Я же продал 7-7 карты. То есть там был Лем, который 7-7 всего бафал. Ну, типа, какая разница. Вряд ли еще одну беру. Фиг так заходом. Так. Сюрприз Менталь. Бам. Призывается, который призывает довольно больших чуваков. Не Сюрприз Менталь. Сюрприз Менталь. Это понимать как помойка, да. Стенка еще одна, ну неплохо, но... Но все равно немножко не то, конечно. На, второй сделаем. Зачем тебе бан без запретки, не понял? На. На. Да.
доставку издания. У меня фолиант, я карты по две покупаю. Ну, существенно. Спылы у меня все еще дорогие, то есть полная стоимость. Телескоп за 4 идет за 4. Взлом-то верное. Что-то прикольное есть. Ничего нет, два лема есть. Ну, это один фиг рерол, да. Ну, погнали. Возможно, сейчас подправно себе что-то найду. Да ладно, капли дали, иди. Впервые что-то дали. Хорошо. Хорошо, погодите-ка. Ну что, что теперь? Ну как? Ну как? Подождите. Роу. Роу в этот раз можно делать. Поставила роу. Разведчик. Роу. Ой-ой-ой, что? Так, ребят. Будем рано продавать. Купил за 2, продал за 3, еще тебя продал сверху. А потом заберем потом. Душа будет прикольная. Пусть будет королева, окей. Блин, дракон, жалко, не дракон, вот этот вот офигенно бы набафал полетериальности, реально, ну, норм так по картам играю. Бестолковая расстановка. Подожди, а почему за стенку сделано самое большое существо? Типа стенка балла, да, просто шел? Аж плохо. Ну ладно. Могли ничего сыграть. Два акцию после 5 рандомно банов идет перманентный бан. Значит, плохо. Звучит очень плохо. Керол. Ролл. Да. Ладно, поставил. Ролл. Пам. Ну, алло, роляйся. Что мы с крашкой будем ставить? Ладно, давай продадим его. Так поставим. Теперь можно отсюда копать. Ну, слушай, сюрпризами тайба прокнул, то я 100% получал нужного чувака. Ну, пойдем, это плюс-минус ограничено только временем. Я...
идиот. Ну да, не только, походу, времени ограничено теперь. Ой, найс триплет, ой, найс триплет. Походу, ребята, не столько времени еще. Ладно, он все равно сработает, все равно мы довольно много карт играем. Посох плюс дракон плюс... Сколько ты станешь? 700 стал. В смысле я офигел, как его собирать? У меня буквально 7 здоровья. Я тем более мог это давно лучше сделать. Мне просто потребовалось миллион раскопок, чтобы собрать себе как что, хоть что-то. А что там было? Я не помню. Че, там было что-то прикольное? А белку нет смысла называть, нажимать. Так, сейчас думаю. Наверное, я тебя продам, мне сейчас не нужен триплет. Нужно карты крутить, нужно голда, да? Нужны карты, еще карты. Бабл. Окей, ладно, что-то есть. Карта сейчас стала 970 сотов, сейчас будет еще больше, там, эффекты конца хода. Чуть-чуть усилились, ребят, чуть больше стали. Самую малость. Главное, пульт правильно держим. Не понимаю, почему чатеру рэп не нравится, это же явно лучше кей-попа. Не лучше. Твои существа постарались на славу. Еще стенка надо мне, наверное, нет, не надо. Мутанус, слопать эту стенку, чтобы бабл... Да не, мне просто проще бабл найти.
А, спел бабу, кстати, наверное, будем забирать сейчас за 6, если дадут. Нет, ладно, заберем. А, ладно, заберем, ребят, заберем. Не буду брать. Бам! Да я сейчас найду себе кого-нибудь, вот этого чувака, дракона дайте. Дракона. Ну, допустим, ладно. Почему, ребят, так тяжело найти этого дурацкого дракона? Я, по-моему, даже этого получил с... Откуда я его получил? С буристой вени, по-моему. Эй, ты что делаешь? Если ты дебилку мутаносом сажаться, что сработает? Да, сработает. Ты можешь сажать очень много сотов. Ну, как будто это не стоит этого все равно. Может стоит, слушай, может стоит одного рекомендателя продать. Ну, в смысле, его слопать. Так, ну давайте. Бабл есть. Сейчас, ребят, главное не покапить. О-о-о-о. Нашел, ребята, нашел. Нашел. Еще дракон есть, наверное, не надо. Это пофиг уже, давайте. Почему ролик так медленно? Дайте карты играть, алло. Кто мышку держит? Какого фига? Подождите, может уже сейчас продать все это дело? Секс, давайте бам-бам-бам. Боже мой! Обилку можно поменять, да? Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста, просто жесть. Браво,
Бумер Пэм, ребята, это максимальная скорость возможная. Айсблок еще. Сбили айсблок. Ребят, ну я же не обужу, ну как бы. Что думаете, я обужу? Игра не справляется, уже видно, что он лагает жестко. Даешь здоровье, даешь пока надо менять. А простите, кстати, реально кто-то забатился и этот такой, блин, что-то у меня этот компьютер не увозит хорошо, надо бы компьютер поменять. И пошел с улучшением брать чисто из-за Хардстоуна. Собрался в самое топовое, а потом понял, что дело все-таки не в этом. На самых топовых настройках сразу лагает. She can see that. Выбор опытного командира. Да блин, не должно быть шансов вообще никаких. Ты же повелся, в Москву переехал, так я ради интернета переехал, и у меня битрейт вообще не возил, я не мог стримить вообще никакие другие игры, а вот... Как видели, вчера постримили, я чуть посмотрел, там этот, картинка нормальная была. Может, теперь еще что-нибудь поиграть? А, пошли копать, да чуть позже пойдем. Почти опять возвращают, а в Оргена уберут в следующем патче. Откуда инфа? Ну это, кстати, это правильно. Пыш был намного сильнее, пыш просто лучше. Пыш может попадать, ну то есть реально может мешать работать некоторым штукам. То есть может там по ревендер работать, может там по банан работать. Как только вы делаете, не знаю, у вас ревендер, допустим, каким-то образом будет 1-1 карта, и вы делаете в него... Найс игра у вас, спасибо. Вот, делать на него бабл, так все он... О, реально бывает показывается, киквейт. 3-2, да, он же, там нет шансов таких. Там дайте ему хоть, не знаю, 20 минут на эту игру, он все равно не перевернет. Ну, в смысле, в ней же просто слабый довольно. Это уже, кстати, хорошо, что он с этой штукой присоединил к кошмарам. То есть это просто, я считаю, слабо, но с этим он до топ-2 доехал, тоже, ну, большой молодец. Реально большой молодец. Лучше пиратка сделать нейтралку. Пришлось включить VPN в Россию, чтобы включить этот трек. Она так не часто играет. Подписывайся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!